зрители! Добро пожаловать на наш новостной ресурс. Перед тем, как начать, мы хотели бы попросить вас поставить лайк и подписаться на наш канал, ведь каждый день мы стараемся для вас. Приятного просмотра! Мама Андрея Григорьева Аполлонова работала администратором Сочинского зимнего дворца, ну а папа – хирургом центральной поликлиники, которую в итоге возглавил. С начальной школы Андрей участвовал в самодеятельности, играл на фортепиано, а в 14 выиграл городской конкурс пианистов. После 9 класса юноша поступил в педагогическое училище и одно время преподавал. Однако знакомые убедили парня с ростом 190 сантиметров попробовать себя в качестве модели. Манекенщик участвовал во Всесоюзном фестивале театров «МОД» и получил там первую премию, а позднее выступил режиссером подобного мероприятия. В 21 Андрей осознал, что ему тесно в Сочи, и перебрался в Москву, где поступил на эстрадное отделение ГИТИСа. На втором курсе парня взяли танцовщиком в мюзикл «Метро», а на гастролях он познакомился с Игорем Сориным. Когда к приятелям присоединился Кирилл Андреев, Игорь Матвиенко объединил трио в группу «Иванушки Интернешнл», чей хит «Тучи» покорил всю страну. С тех пор много воды утекло. После Игоря Сорина в коллектив пришел Олег Яковлев, а затем третьим «Иванушкой» стал Кирилл Туриченко. «Рыжий», как привыкли называть Григорьева Аполлонова поклонники, оставался бессменным солистом группы. Но легко ли было выходить на сцену, когда в личной жизни царил хаос? 26 июля артисту исполняется 54, а мы вспоминаем драмы, которые надолго выбили его из колеи. Напишите, что вы думаете об этом в комментариях. Также рекомендуем посмотреть наши другие ролики. Спасибо за просмотр!